Итак, если нам не очень нравится использовать способ набора через кольцо амигуруми, то мы просто берем и начинаем вязание с обычного набора. Нам нужно набрать 6 петель. Просто набираем 6 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И перераспределяем их на 3 спицы. Раз. Два. И... собственно, три. Три. Значит, поворачиваемся, находим наш... Вот наш этот кончик, оставляем его длинненький. Теперь мы находим нашу рабочую нить. Кончик оставляем. Замыкаем все это в кружочек. И начинаем вывязывать первый ряд. Практически во всех деталях, ну, по крайней мере, бульдожки французика. Первый ряд у нас это 6 прибавок, обычных прибавок, где мы вывязываем 2 петли из одной. Поэтому давайте прям провяжем с вами первый ряд за переднюю стеночку, не снимая за заднюю стеночку. Оп, сняли. Опять за переднюю стеночку, не снимая за заднюю стеночку. Было 2 петли, стало 4 петли на спице. Переходим к следующей петле, к следующей спице. И проделаем абсолютно то же самое. Провязываем за переднюю стенку петли и вторую вывязываем за заднюю. Опять за переднюю, за заднюю. Опять из 2 петель у нас получилось 4. И провязываем следующий ряд. Он у нас будет опять за переднюю, за заднюю. Оп. За переднюю, за заднюю. Все, у нас получилось из 6 петель 12. Таким образом вяжутся практически все первые ряды во всех деталях бульдожки, которые вяжутся по кругу. И дальше продолжаем вязать, то есть вы вот здесь можете поставить маркер, либо в следующем ряду можете поставить маркер для удобства. И дальше продолжать вязание. И вот обращаем внимание, да, на то, что по сравнению с набором через кольцо амигуруми, вот здесь у нас остается дырочка, и мы оставили здесь длинную ниточку для того, чтобы по окончанию вязания эту ниточку стянуть. Смотреться это будет немножечко по-другому, но даже, возможно, немного легче, чем через кольцо, потому что кольцо прям смотрится вот кольцом-кольцом. Вот. Я думаю, что это вопрос для каждой мастерицы, вопрос выбора, каким образом вы будете начинать это, как вам больше нравится. Я думаю, что вам нужно попробовать и тот, и другой способ и понять, ну, как визуально вам нравится больше, чтобы выглядело вот это начало вязания ваших деталей.